когда я приехал в Россию, очень долгое время я не виделся с родителями. А для меня это такая огромная радость видеться каждый раз с родителями, особенно с мамой. Когда я впервые запел, да, вот, первым зрителем была мама. Вот. И после моего выступления, вот, мама сказала: ужасно. Вот. И, в общем, после этого случая я больше никогда не пел перед мамой. Сейчас мама приехала специально на мое выступление в полуфинале. Если честно, я немножко нервничаю, поскольку для меня она самый строгий зритель после жюри, конечно. Буду стараться, чтобы ей понравилось. Я одинокий пап, что один совет, как сделать первый шаг, кусая ногти до крови, а сам стесняюсь подойти. Ненавижу, ненавижу я себя, потому что... Дим, я хочу тебе представить, это мама и сестра нашего участника. Я никогда не смогу выговорить их имя. Вот, просто сложно очень, но вы не говорите по-русски? Нет. Но это и не надо, главное эмоция, да? Тебя приманит запахом. Ненавижу, ненавижу я себя, потому что знаю все мои друзья, что я признаю. Будет стыдно, ты была нервной. Пересекая мой двор, я безуспешно пытался начать разговор, нарушив предложений план. А ты и так все поняла. Ненавижу, ненавижу я себя, потому что знаю все мои друзья, что я признаю. Будет стыдно, ненавижу. Потому что знаю, где мои друзья, что я признаюсь. Ну а ты не скажешь, да мне будет стыдно, будет стыдно. Будет стыдно.